Вот вы видите море, на другом берегу это так называемый солнечный берег. А мы сейчас идем гуляем в старый город Несебр. Он находится под охраной ЮНЕСКО. Вот так вот, опять дождь пошел, правда. В этот раз я каждый раз включаю, покупаю сим-карту болгарскую, но в этот раз вот почему-то, может быть, интернет дешевле стал, не стал покупать. И вот в 9 утра названивают, то кому-то нужны трудовые сборы, то еще кто-то. В общем, отдыхаю я здесь, не хочу никаких пока трудовых споров, никакой юриспруденции. Вот так. Вот так весь год. Все одно и то же. Вот так вот мы будем гулять, дышать воздухом. Всем пока!